35 организаций и предприятий города, тысячи участников праздничной демонстрации. И не по-первомайски теплая погода. Так алмазная столица сегодня отметила День единения трудящихся. Основные мероприятия по традиции стартовали на центральной городской площади. Больше 7 тысяч жителей в составах колонн своих предприятий прошли по центральным улицам. Кстати, впервые за долгие годы в их числе были и работники медиакомпании «Алмазный край». Настроение прекрасное, погода замечательная, солнце светит. Такой первомайской демонстрации я, честно говоря, не припомню. Желаю всем всего хорошего, весеннего, солнечного настроения, любви, счастья. Дорогой «Алмазный край». Чудесное настроение. Впервые колонна медиакомпании за последние, уже может быть, больше 10 лет идет в составе парада. Это здорово, замечательно. Погода чудесная, благодаря тому, что наша компания вышла первый раз на демонстрацию. Все красиво, ярко, замечательно. В прошлые годы после завершения демонстрации обычно первомайские мероприятия продолжались на площади Ленина. В этом году организаторы решили изменить сценарий. В этом году впервые первомайская демонстрация продолжилась народным гулянием. Здесь, в парке, администрация города Мирного приготовила для горожан концерт, а также развлекательную программу для маленьких жителей. Так широко и массово 1 мая отмечают лишь в нескольких городах страны. Традицию, рожденную еще в советские годы, многие уже не помнят. Однако мирницы не в их числе. Здесь 1 мая – это почти символ целой эпохи. В моем городе не так, правда, сильно отмечают. Тут лучше, тут и день авиации есть, и тут все очень интересно. Вот у меня ребенок учится в Новосибирске, она говорит, так плохо, у нас нету здесь такого праздника, так хочу домой. После зимы какое-то развлечение для людей все-таки. Вот. Ну и погода какая, всяко лучше погулять, чем где-то дома сидеть, правильно? В городском парке организаторы подготовили игры и конкурсы. Любители горячего шашлыка выстраивались в очередь. И все как один говорили, то, что сегодня выдалась теплая и безветренная погода, почти чудо. Мы боялись, что если все демонстрации, которые будут сюда придут, то места не хватит. Но немножко ошиблись. Я думаю, что в следующем году все поправим. И с торговлей у нас немножко не получилось. Поэтому я думаю, что веселое настроение душах людей все это возместит. День единения трудящихся в этом году прошел, как всегда, с размахом. Мирницы вновь показали, что это не просто выходной в череде рабочих будней. Это в первую очередь дань уважения своей истории. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».